Эй, Михаил, мы одного возраста, что ли? Я думал, ты намного старше меня. Извини, пожалуйста, Все но... так думают, но... Рукопашный бой-то и помогает сейчас мне выступить на высоком уровне. У тебя нету проблем с боями против там ребят, которые тоже с СНГ, вот с России дерутся? Например, там Никита Крылов тоже, он сейчас в топ-5 находится. У меня был рекорд 0-0 по профессиональным боям. Он мне тогда говорил, ты, говорит, будешь в UFC выступать. Температура поднялась до 40 градусов. Первый раз у меня был 40. В больницу отвезли меня, у меня судороги начались, отвезли. Я на это не обратил внимания, после UFC я ни разу куртку не одевал. С Харитоновым, да, тоже вы сборы проводили? Мне было бы комфортно с первой трассы. Спонсором данного видео является Alimbet, букмекер номер один в Казахстане. Широкие линии на все турниры по ММА и другие спортивные события. А еще у Alimbet действует акция для новых игроков. 100% кэшбэк на первую ставку. Переходите по ссылке в закрепленном комментарии под видео, читайте все условия и погружайтесь в мир спорта на полную. Сегодня в гостях у Вестника ММА 13 номер полутяжелого дивизиона UFC Азамат Мурзаканов. Азамат, приветствую. Приветствую, Михаил. Азамат, давай начнем как раз с номера. Вот совсем недавно ты был 12-м номером, и сейчас прошел бой Мэнфилда, и он как раз на одну строчку поднялся выше. Обидно это вообще или все равно? Нет, конечно, Михаил. 15-й, топ-15, как бы 12-й, 13-й, это для меня не важно. Почему? Потому что для меня интересно впереди меня, которые стоят в топ-5, топ-10, поэтому... Угу. Я не вижу ничего там такого. А бой Мэнфилда ты посмотреть успел? Нет, честно, я не посмотрел. Мэнфилд с Джакоби, по-моему. Угу. Я не посмотрел, но результат знаю. А тебе просто неинтересно бои чужие смотреть? Или как так вышло? Просто по сути же твои, ну, Джакоби, ты с ним уже дрался, а Мэнфилд это потенциальный там твой соперник. Ну... Как-то так получилось, что я не посмотрел, потому что я наблюдаю за другими бойцами, более такими, для меня потенциальными интересными оппонентами. Ну а разве с Мэнфилдом тебе не могут бой сделать? Могут, но я думаю, скоро объявят, в ближайшее время, думаю, топ-10. Круто, это хорошие новости. Если даже не из пяти, поэтому. А вообще, ты бои сам любишь смотреть, интересно? Ну, не фанат, как бы. За всеми боями я не слежу, конечно. Слежу за нашими российскими бойцами, а так за другими. Обычно не смотрю. Смотрю только вот, когда назначат мне оппоненты. Вот единственное, ближе к бою уже чуть-чуть. Смотрим, изучиваем. А изучаешь именно ты или тренер? Вот кто отсматривает бои соперника? Вместе смотрим. С тренерами. А кто именно? Кештов смотрит или... И Кештов смотрит. И здесь тренер у меня. Первый тренер, который Хачим Амхегов. Смотрим, наблюдаем, изучаем. Давай чуть попозже о тренерах поговорим. Я хотел с тобой еще поговорить про 2023 год, как раз начался только 2024. Не самый удачный по отменам год получился у тебя. У тебя было две отмены. Один раз простуда и второй раз, по-моему, пневмония, да? Да. Последний раз из-за пневмонии меня, к сожалению, врачи сняли за 10 дней до боя. Сейчас как у тебя вот состояние? Просто, ну, на многих спортсменов, я знаю, пневмония там отражается в плане там потери функционалки на довольно длительный срок. Как у тебя сейчас восстановление прошло? Я после этого, сколько уже, месяц, чуть больше месяца уже я лечение проводил. Самочувствие у меня, естественно, лучше стало. Вот возобновляю тренировочный процесс. В скорейшем времени, наверное, уже будут новости. А расскажи, насколько вот тяжело прошла пневмония? То есть прям была супер высокая температура какая-то? Знаешь, Михаил, если честно, особо я не почувствовал это. У меня, когда выявили вот эту пневмонию, я попросил лигу
на следующую неделю перенести. Но, к сожалению, врачи не допустили. Я хотел, я был готов подраться, но врачи не допустили, да. То есть ты просто вот тест сдал на COVID или как это выглядело? У меня температура поднялась до 40 градусов. Первый раз у меня был 40. В больницу отвезли меня, у меня судороги начались, отвезли, и вот там выявили. А там в Америке несколько дней в больнице лежал. Как ты думаешь, это, ну, из-за весогонки, там, я не знаю, вот обостряется, что, говорят, иммунитет падает? Я даже, честно сказать, был готов даже вот на этом турнире подраться, но именно из-за весогонки я вот чуть побоялся, что я не смогу, именно из-за самочувствия, что я не смогу за 10 дней до боя сделать вес. Именно из-за этого попросил лигу, чтобы они перенесли на следующую неделю, чтобы я был уверен сделать вес, но, к сожалению, вот так получилось. Но из-за чего вот это все пневмония началось, я даже вообще без понятия не могу сказать. Вообще у меня температура поднялась. Когда поднялось, я был в спортзале. Я тренировался, был в спортзале, и вот так получилось, что ухудшило самочувствие, я остановился, вышел, домой пришел, и вот так все началось. А так вроде бы было все нормально. А со скольки ты, кстати, гоняешь вес? Со 103, со 105, вот так примерно. И как на воде это происходит? Или просто диетой уже подгоняешься? Последние 5-6 килограммов на воде я обычно гоняю. В принципе, это немного, но у всех же по-разному идет. Я стараюсь не набирать сильно. Последние там неделю у меня где-то 5 килограммов, вот так, 5-6 килограммов. И вот это на воде убираю последние килограммы. И когда ты вот прям до боя взвешиваешь, я не знаю, если у тебя такое было, то возвращаешь все эти 5-6 килограммов. Так, на следующий день после взвешивания где-то 5-6 килограмм. 98-99 у меня бывает. До 100. У тебя был бой с Джейкоби через 3 дня после твоего дня рождения. Насколько это вот сложно, когда у тебя день рождения, у тебя самые там дни эпичные, да, весогонки, самые сложные, и у тебя в этот день рождения, вот насколько тяжело в такой день иметь день рождения? Не поверишь, Михаил, мой день рождения напомнил мне тренер. Я даже забыл про день рождения. Я был полностью отключен от этого. Поэтому вообще внимания на это не даю. Не обращаю. Ну а ты празднуешь в жизни его или не празднуешь? Ну, особо такого празднования не бывает. Именно день рождения, да. И вот тоже, что интересно, ты дрался с Дэвином Кларком, и я посмотрел, ты знаешь, что у вас в один день с ним день рождения, он единственный тебя на год младше. А, это он, кстати, это он сам тогда говорил, что не мне говорил, а в интервью где-то он это упомянул, что совпадают у нас числа. Может быть и в этом году, может быть и будет в апреле у меня бой, поэтому посмотрим. Тебе в этом году 35 лет Потому исполняется? что 15 числа турнир какой-то есть. Интересно. Ну, у тебя 12 апреля же. У меня 12-го. Тебе 35 лет в этом году. Это вот является какой-то вехой для тебя? Вот, ты ставишь какую-то отметку, что 35 это вот действительно число? 35 лет это пик, мне кажется, самый пик. Поэтому нужно использовать этот пик. Самое главное самочувствие, а остальное это. Поэтому особо на это внимания не обращаю. Это у нас мы привыкли, где-то 22-25 лет у нас обычные спортсмены заканчивают карьеру. А в Америке, например, они профессиональную карьеру начинают с 30 лет. Поэтому 35 лет это небольшой возраст. Тем более в моем случае, если там несколько боев еще выиграю, я почему-то уверен, что я выиграю, поэтому там уже я плотно буду стоять к титульным.
Конгом. Ощущаешь ты себя вот сейчас насколько? По паспорту или сердцем? Ну, сердцем, конечно. Сердцем все 18-20 лет. На физическое состояние вот как-то сказывается просто, ну, в 35 лет может ли спортсмен вот действительно оставаться как там в пиковом возрасте, там, в 25? Вполне. Вполне. То есть вот какие-то твои показатели там физические, ты же в зале тоже как-то смотришь, да, на это, не знаю, там, наверное, с весами не очень подойдет, но там... Все от формы и от желания зависит, Михаил, мне так кажется. А в 35 лет, если травмы не будет, 35 лет это не такой уж и большой возраст для спортсмена. Я понимаю, это не начало, но и тем не менее надо уже чуть-чуть поднажать, воспользоваться. Мы сейчас поговорим, да, вот про поднажать, просто еще вот закрыть все-таки вопрос. Ты как-то пытался замерять, я не знаю, вот там делать силовые какие-то, и там, не знаю, там раз в год, например, условно, делаешь какие-то силовые показатели, видишь, что они растут, или наоборот функционально, тебе там раньше ты мог работать спокойно, не знаю, там 5 раундов, теперь уже типа, чуть-чуть тяжелее, нужно там более осторожно как к всему этому подходить. Или вот пока что все как шло всегда, так и сейчас у тебя идет в тренировочном процессе. Абсолютно наоборот, если я не прибавил именно вот физические показатели, то точно не хуже, чем там в 25 лет. 25 лет это по мне, ну, это ну, сырой человек еще. Не знаю, как-то вот так я смотрю на это. А за это время еще тоже не успел надоесть боевой спорт. Ты очень долго в рукопашке же. Ну и в принципе всю свою жизнь же, да, ты спортсмен. Вот 35 годам нет усталости, просто психологической какой-то. Ну, именно вот этот момент, да, вот этот момент, если сможешь перебороть. А насчет физических показателей вообще разницы нету. Но именно вот психологически голодным быть, то, я думаю, самый пик у человека 33-35 лет. Ты рассказал про то, что еще там условно два боя, ну и по сути ты на 13 строчке, действительно, если там кого-то тебе дают из топ-5, то, наверное, либо один шаг, либо два до титула остается. Но вот есть история Магомеда Анкалаева, который тоже дошел до титульного боя, но ему руководство UFC прям сказало в открытую, что Магомед, если ты будешь там не так активно вести свои соцсети и там не будешь, ну тоже там часто как-то в медийном плане подниматься, то нам условно такой чемпион не нужен. Ну примерно такая была формулировка у UFC. С тобой был какой-то такой разговор, что нужно все-таки быть не только хорошим бойцом, но еще и вот хорошим условно, не знаю, какое слово подобрать лучше, ну вот персонажем, да? С такими вопросами еще не обращались, но примерно мы понимаем, что надо чуть активнее именно в плане соцсети, но сейчас это вот этот хайп, это все вот это все появится вместе с боями, мне кажется. Сейчас, если я смогу там выиграть несколько боев, это вот появится потихонечку. Я просто, знаешь, изучал Инстаграм твой, и с момента подписания в UFC у тебя всего 10 постов, то есть вот за 2 года, за 3 боя в UFC ты всего 10 постов выложил в Инстаграме. Да, я даже я на это не обратил внимания, конечно, но знаешь, Михаил, это все 10 не это все 10 постов не по своей инициативе я поставил. Наверное, чуть поменьше был, если бы была моя инициатива. А тебе прям совсем не интересно это? Разберемся, я думаю. Разберемся. Этим разберемся. Главный результат, а соцсети это сам по себе появится. Почему я спрашиваю сейчас тоже, если говорить про плеяду там более молодых бойцов, то ну, их они практически неразлучимы, да, с телефоном, и поэтому там у них все в порядке, там социальные сетями. А вот ты не так много времени, да, проводишь, там, не знаю, в Инстаграме, в социальных каких-то сетях. Ну, немного времени, да, немного времени я провожу в соцсетях, особенно в Инстаграме. А какой досуг у тебя, можешь рассказать? Свободное время обычно после
после выступления, после боев, я приезжаю каждый раз в Нальчик, домой. Родственники, друзья, туда-сюда, особо ничем. Ну, я не знаю, там, вот, знаешь, у Ислама Махачева там это мотоциклы, а у кого-то лошади, вот, что-то подобное. А, у меня есть и мотоцикл, и лошади, и УАЗики еще, поэтому скучно не бывает. Сколько у тебя лошадей? У меня 3 лошади сейчас. Один у нас в ипподроме стоит, 2 маленьких на ферме стоит. Пока 3. Ты сам покупал или вот просто после каждого боя, там вот как раз 3 боя было, дарили? Все подарки были. А тебе нравится именно на лошадях кататься или как тоже хочешь, не знаю, свою вот конюшню куда-то разводить? В будущем у меня, конечно, планы есть. Табун свой создать, конюшню сделать, построить. Но так как сейчас особо времени на это нет, но пока только 3. А тебя фермерская жизнь прельщает? Вот сейчас Забит как раз же ушел из единоборств в фермерство. Именно вот конюшню я хочу построить. Не такую ферму, а именно коневодством, можно так сказать. Мне это нравится. Я люблю кататься на лошадях. А катаешься хорошо? Неплохо. Я бы не сказал, на отлично, но неплохо. Я просто знаю, что, знаешь, вот есть бойцы, которые прямо какие-то трюки даже умеют делать, как-то свешиваться с коней, вот все такое. А, ну... Не настолько. Это... Ну, плотно держусь. Давай поговорим про теперь твой дивизион. Сейчас такой один из ожидаемых боев для СНГ. Это Магомед Анкалаев против Джонни Уокера. Реванш. Это тот бой, который ты будешь смотреть или нет? Этот бой, да. Мне интересен. Я посмотрю этот бой. Очень интересный бой будет, мне кажется. Что можешь о нем сказать вот после первого боя? Видишь ли какие-нибудь шансы у Джонни Уокера, вот я так сформулирую даже? После первого боя Уокер, конечно, он неплохой боец. Уокер хороший боец, его ни в коем случае нельзя недооценивать. Но по последним их нему бою, мне кажется, Анкалаев выиграет. Потому что Уокер... Вышел на этот бой, начало боя мне совсем не понравился. Он как бы психологически был неустойчив. Поэтому посмотрим. Если Анкалаев побеждает, то, в принципе, ему тоже вроде как обещали уже следующий бой за титул. Ты понимаешь, что тоже там в непосредственной близости, находясь от титула, теоретически можешь с Анкалаевым встретиться. И вот интересно, вы же с ним знакомы, наверное, да? Знакомы. Да, знакомый. Ну, об этом еще рано, наверное, говорить, думать, потому что Анкалаев на шаг от титула совсем недалеко, поэтому сейчас, если ему дадут после этого боя титульный, если он выиграет бой, я только рад буду за него, поэтому. А нам еще нужно чуть постараться дойти до титула. У тебя нету проблем с боями против там ребят, которые тоже с СНГ, вот с России дерутся, например, там Никита Крылов тоже, он сейчас в топ-5 находится. Если вот титул будет вот и из СНГ, вот уже надо там уже думать, решать вопрос. Если я буду тоже уже стоять, а титул вот из наших ребят, уже надо, а что делать? Это спорт, поэтому абсолютно ничего такого в этом я не вижу. Но до титула там есть со многими бойцами можно подраться. А какие интересные имена вот для тебя есть в 93? Я просто тоже так вчера просматривал, в принципе, топ.
и, ну, прям каких-то супер ярких ребят. Ну, вот, в принципе, там с Джонни Уокером, мне кажется, интересно подраться в плане медийки. Есть там Аздемир, которого тоже, да, тебе же давали, но в итоге бой отменился. Есть Анкалаев, есть Ян, там Прохаска есть, Ракич есть и Перейра чемпион. Все бойцы, они для меня интересны, Михаил, все абсолютно. Сейчас я возобновлю процесс тренировочный, и я вот, честно сказать, готов с любым подраться. А как будет выглядеть возобновление? Сначала ты будешь в Нальчике тренироваться, или ты поедешь сразу куда-то? Нет, сейчас я здесь хотя бы более-менее оптимальную форму войду здесь, потом, наверное, поеду куда-то ближе к бою уже. Ближе к бою за месяц, за полтора, вот так. А в Нальчике 93 и 93 плюс есть какие-то ребята? Я вот просто, мне сейчас сложно вспомнить больших прям крупных парней. Ну, у нас есть ребята, хорошие ребята есть. Именно по ММА, конечно, ну, как и везде, проблема тяжеловесов найти, но с кем побороться, конечно, у нас много спортсменов, с кем там побоксировать тоже можно найти. Но именно вот под ММА это тяжеловесов чуть тяжеловато найти. Ну а как будет выглядеть твое вот это восстановление? Ты будешь ходить там в зал бокса, в зал борьбы, или под тебя уже будут приводить тоже каких-то спарринг-партнеров? Ну, сейчас потихонечку там, я же не буду сразу первый день там на спарринги идти, всякие вот такие тяжелые. Потихонечку процесс вот начну возобновлять. С фитнеса начнем и потихонечку будем прибавлять. Это чуть побороться, да, где-то побоксировать потихонечку. Давай тогда просто немножко тоже по воспоминаниям поговорим. Ты тоже со многими ребятами вместе и спарринговал, и работал, и я видел, что с Харитоновым, да, тоже вы сборы проводили. Да. Можешь вообще просто рассказать, вот, не знаю, какой-то самый, вот, не знаю, для тебя комфортные спарринг-партнеры из вот, известных для людей? Вот, например, там, с тем же Харитоновым тебе нравится спарринговать? Знаешь, Михаил, ну, Харитонов, конечно, все мы знаем, какой он боец, но... Вообще я люблю тренироваться, спарринговаться со средневесами. Особо с тяжеловесами мне не нравится. Мне больше... Ну, чуть сложнее со средневесами, поэтому я предпочитаю с ними спарринговаться. Более техничные, более быстрые, поэтому тяжеловесы, они все же такие... А какие-то фамилии можешь сказать? Вот я знаю, что Немков часто приезжал на Эльбрус на сборы. Токов, кстати, тоже. С Токовым, да, с Токовым я работал. И я находился, я был в Осколе тоже. Тренировался с Немковым, я особо не спарринговался там. Я не помню, чтобы у нас такого спарринга было. Но ихнюю команду знаю, да, хорошие ребята, хорошие сильные ребята. А из средневесов все-таки вот, ну, кто ты сказал, средневесами нравится? Может быть, какие-то есть? Я, в общем, там в Америке тренировался, спарринговался с бойцами, такими американцами. Здесь обычно же я там готовлюсь всегда, поэтому больше я там, у меня подготовка идет. А какой зал в Америке? Я просто сейчас понимаю, что практически все средневесы собраны сейчас в Extreme Couture, вот... Собственно, Анкалаев сейчас тоже как раз там, я так понимаю, последние там свои спарринги проводил. Вот где как раз Шон Стрикланд, вот, ну и многие остальные там большие ребята. Я в Лас-Вегасе не раз был, но именно в этот зал я не ходил. Там два зала таких профессиональных есть, куда я ходил. Сейчас не вспомню, но там тоже хорошие средневеси, получили веси. В этом... UFC перформансы тренировался, там все бойцы тоже собираются. Ну, как-то так, вот там, то здесь. В Америке кто тебе подбирает спарринг-партнеров, или ты просто вот как-то в общих группах работаешь, или там Мурат Кештов этим уже занимается? Кештов занимается, мы обычно по Нью-Джерси, там много спортсменов, много спортзалов, именно на спарринге мы ездим в разные спортзалы, иногда
приглашаем их, поэтому особо проблем насчет этого нет. А расскажи, как ты познакомился с Кештовым? Ну, я понимаю, что вы земляки, но он же просто тоже в раннем достаточном возрасте в Америку уехал, или вы были до этого знакомы с ним? Нет, до этого мы не были знакомы. Это было очень давно, где-то, я скажу, 2012-2013 год. Где-то 10-11 лет назад мы познакомились. Именно вот, ну, подробно я не могу сказать, но... Мамхегов Хачим, тренер мой, как-то они вышли на связь, и вот так все началось. Я правильно понимаю, что твой тренер, он именно рукопашник? Да. А как он отнесся к тому, что ты решил свою жизнь там связать с ММА? Ты же просто по рукопашке был прям вообще, ну, в топовых позициях находился, да? И я просто даже был на пару соревнованиях по рукопашке, и ты там как-то шансов вообще никому не оставлял. Вообще-таки первый раз, это был 2013-2014 год, мой тренер Хачим Амхегов, он меня отвозил в Америку. У меня, на самом деле, он как насквозь видел это все. У меня был рекорд 0-0 по профессиональным боям. Он мне тогда говорил, ты, говорит, будешь в UFC выступать. Я даже особо тогда не знал, что такое UFC. Я только по любителям дрался. Я особо в это и не верил. И вот так потихонечку. Мы дошли к этому. А ты сейчас это вот как работу воспринимаешь, ну, ММА, или все-таки как призвание какое-то? Нет, не как работа, честно, это как более как хобби, конечно. У нас был длинный путь, поэтому я хочу максимально достичь, максимально попробовать, посмотреть, насколько я смогу дойти. Поэтому работу мы найдем, это надо закончить начатое, поэтому. Давай еще немножко по спарринг-партнерам вот договорим. Были какие-то ребята, которые там тебя удивили? Просто, ну, сейчас у тебя рекорд непобежденный, очень большие заслуги в рукопашном бое. Но вот были какие-то ребята, с которыми ты спарринговал и понимал, что там есть еще тебе куда там расти условно? Или ты когда работаешь, ты понимаешь, что ты сейчас там на том этапе своей там карьеры, когда ты можешь любого победить? Знаешь, Михаил, если у меня будет оптимальная форма и без травм, мне кажется, мне комфортно с любым работать, поэтому насчет этого. Именно из-за этого я говорю, что 35 лет это все цифры. А такое было вообще в боях, чтобы без травм прям подошел и как раз в идеальной форме? Нет. Именно вот последние бои всегда у меня были какие-то проблемы. На самом деле. Это на самом деле, знаешь, интересный аспект вот, ММА, о котором мало, мне кажется, кто вообще думает из болельщиков и фанатов, что я вот с кем не поговорю, про это просто обычно не очень любят рассказывать, что действительно у всех каждый раз перед боями там то травмы, то старая травма проснулась, то там болезнь, то, не знаю, проблемы в семье, и в итоге вот так, чтобы в какой-то идеальной форме, прям очень мало кто выходит к своим боям. Да, на самом деле, да. Травмы не дают. Хоть и выходишь на бой, но, знаешь, это же надо еще подготовиться с травмой. С травмой же особо не подготовишься, поэтому, если получится оптимальную форму взять с травмой, то это уже большой плюс. Давай поговорим о чемпионе в том весе, Алексе Перейре, чемпионе, который очень быстро появился. Вообще и в UFC, и в ММА, и в итоге в 93 килограмма, хотя там изначально 84 был. Тебе кажется, как надолго он в 93 килограмма или, там, не знаю, до первого борца условно? Да, он чемпион в полутяжелом весе, но ему тяжело, мне кажется, будет одной только ударкой.
он большой, он ударка хорошая, но все ж таки это же не кикбоксинг, это же ММА, поэтому ему чуть тяжеловато, мне кажется, будет. Но он чемпион. Чемпионов осуждают, поэтому посмотрим. А тебя удивило, что он стал чемпионом, вот, кстати, когда с Ирджи дрался? Нет, в принципе, нет, но Ирджи Прохаска тоже был чемпионом, тоже хороший боец. Но сложно мне сказать, сложно, не знаю. А насчет других мне сложно сказать, но мне кажется, мне было бы комфортно с Перейрой драться. А за счет чего ты бы переводил бы его или? Мне комфортно с ударниками драться. Да, в принципе, и с борцами, но только ударкой, ну, это же, как я и ранее сказал, это же не кикбоксинг все-таки. Смотришь на Перейру, и он, ну, не меньше тебя точно выглядит, и мне всегда казалось, что ты такой компактный полутяжеловес. Хотя ты в тяжах же тоже, да, успел, по-моему, провести пару боев. А в тяжах по профессиональным я только один бой сделал. Один. Это открытый вес был, открытый турнир. Я просто о чем думаю, что ты никогда не думал про 84? Ты же, ну, не сверх огромный парень. Думал. Я думаю, что я и смогу сделать на 84, но все от предложения зависит. Сейчас я в топе в полутяжелом весе. Спуститься на 84 и какой-то проходной бой сделать, ну, мне не интересно. Если там предложат топ-5 или там хорошие условия будут, я смогу. Мне кажется, я смогу спуститься на вес и очень даже хорошо там тоже выступить. А какой у тебя минимальный вес был вот, из тех, которые ты помнишь, ну, в боевом спорте? Я не помню, чтобы я меньше 90 когда-либо весил. Но просто, то есть, когда ты гоняешь в 93, ты понимаешь, что есть зазор еще, что ты можешь еще дальше гонять, правильно? Ну, если вот я решу спуститься на 84, я полностью все по-другому сделаю, конечно. Я же оставляю там много веса, но на 84 уже заранее мне придется выбирать. Ты сейчас еще рукопашным боем, ну, занимаешься, или вот после того, как тебя подписали в UFC, есть вот тоже запрет, да, я так понимаю, на выступление в любительских, по любительским соревнованиям, и тебе уже тоже там в куртке, например, неинтересно тренироваться, и все теперь только у тебя под ММА? Да, на самом деле, я на это не обратил внимания, после UFC я ни разу куртку не одевал. Когда по любителям я выступал, мне так комфортно было вот это кимоно. Только под ММА, да. Готовимся. Вообще, вот, ну, изначально рукопашка — это, ну, спорт, который был создан для, я так понимаю, там, военных, да, чтобы там самообороняться, там, когда у тебя нет оружия. А вот тебе когда-то, не знаю, на улице помогало то, что ты... Ты же сейчас мастер спорта международного класса, да, по рукопашному бою? Заслуженный. А, заслуженный мастер спорта. Были какие-то ситуации, что вот действительно рукопашный бой помогал? Рукопашный бой-то и помогает сейчас мне выступить на высоком уровне. Ну, в UFC я понимаю, я скорее про улицу. Улица там, рукопашный бой только в спортзале надо использовать, а не на улице. Мне, знаешь, вот больше все-таки интересно, как раз мы про куртки то, что заговорили. Вот очень часто как раз говорят там вот люди, которые там хотят научиться на улице условно защищаться, да, если кто-то на них нападет, какое для них единоборство лучше всего там подойдет. И ММА в чем, ну, многие видят минус, что ты там типа с голым торсом, с голыми ногами, а в рукопашке ты всегда там типа захват ищешь какой-то, правильно? А? Вот, ну, насколько это оправдано? Ну, рукопашный бой — это же динамичный такой вид спорта, поэтому это точно никому не помешает научиться.
самообороне. Поэтому это хороший старт будет для молодежи именно заниматься рукопашным боем. На одном из турниров по рукопашному бою, на котором я присутствовал, выступал ты тогда и Роман Копылов. Это давно было, я уже сейчас год не вспомню точно. Вот в этом году Роман Копылов прям тоже взорвал, да, можно сказать, мир UFC, попал там в хайлайты, в нарезки. Вы с ним лично знакомы, общаетесь? Просто, ну, вы на одних турнирах постоянно же, да, были? Да, мы с ним знакомы. Мы очень часто раньше, когда выступали по любителям, мы встречались. Он в 90 выступал всегда. Я в тирах по любителям. Как только мы перешли профессиональный, ну, уже особо мы не виделись. Но знаю, вижу Романа заслуги. А когда вот тоже там смотришь на Рому, у тебя не появляется такой мысли, что надо вот как-то попробовать супер ярко, не знаю, с какой-нибудь вертушки или там по печени кого-то посадить? Какие-то такие установки себе ставишь? У Рома же всегда ярко и по любителям выступал. Я рад, конечно, за его успехи. Он, я думаю, не все там сказал еще. Он о себе еще заявит. Недавно вот один из тоже ярких представителей вашего веса, Ян Блахович, он выложил фотографию, он недавно сделал операцию и сейчас восстанавливается. Выложил фотографию с компьютером, и там игра «Герои 3». Я не знаю, слышал ты про такую, нет? И вообще просто интересно, ты как с компьютерными играми играешь? Вообще не играю. Вообще я не умею играть в компьютерные игры. А это прям мимо тебя прошло? Ну, как-то вот так получилось, что ни разу я не заинтересовался. И в детстве, и тем более и сейчас. Мы просто с тобой, ну, одного возраста практически, и я просто думаю, что как раз, ну, что на мою молодость, что на твою выпал как раз рассвет компьютерных клубов. И, Михаил, мы одного возраста, что ли? Я думал, ты намного старше меня. Извини, пожалуйста. Все так думают, но... Да, для многих будет удивление, но я не такой старый. Рассвет компьютерных клубов, он на нашей с тобой молодости выпал. Вообще мимо тебя, да, прошло все? Да. Я даже в UFC ни разу не играл. Даже не умею как драться в UFC. А даже вот интереса не было все равно за себя поиграть же классно? Ну, вот когда меня... включат в игру, вот тогда я, наверное, уже заинтересуюсь. А тебя пока нету, да, там? Я, кстати, думал, что ты уже есть. Нет, пока нет у меня. Теперь... Ну, как, я не знаю, нет, может. Да, я просто, честно, в последний не играл уже, в пятый UFC, поэтому не знаю, если у кого-то есть, я думаю, что в комментариях пусть напишут, если Азамат Мурзаканов там. Давай еще тогда точку тоже поставим в том, о чем мы с самого начала начали говорить. Если тебе сейчас, ну, вот, в ближайшее время дадут дату, то к апрелю ты будешь готов. То есть вот твой полноценный лагерь это там 2-3 месяца? После восстановления, конечно, вот самый лучший вариант был бы 3 месяца на подготовку мне. Ну, не знаем, уже там по обстоятельствам будем решать. Я не посмотрю там, ну... Мне нужно, вот сколько уже, я в прошлом году один раз только подрался, поэтому чуть активнее надо попробовать. Вроде бы все травмы всякие вот эти все залечил, самочувствие тоже неплохое, поэтому если сможем сделать в этом году несколько боев, то неплохо было бы. Кстати, у тебя есть тоже понимание, я сейчас об этом подумал, ты когда по рукопашке выступал, ты, во-первых, проводил там по 4-5, да, боев за 2 дня, а во-вторых, там эти соревнования были, ну, раз в 2 месяца, да, по-моему, или сколько? Раньше я очень часто ездил по любителям, я на все российские турниры ездил. У меня бывало за месяц и 2 турнира, и 3 турнира, поэтому их вообще не сосчитать. Вот как так получается, что когда боец переходит в профессионалы, он дерется один раз в год, два раза в год, а до этого дрался по 5 боев там, в неделю? Ну, вот травмы, именно из-за этого травмы.
Мне кажется, что много чего мы сегодня с тобой, Азамат, обсудили. Давай теперь, да, дождемся анонса твоего боя. Мы у себя обязательно, как и предыдущие разы, все анонсируем. Вот, и думаю, что когда будет уже соперник, можно будет тоже созвониться и по нему поговорить более конкретно. Кого, Михаил, в ближайшем будущем нам объявят, наверное, кто-то. Дату какую-то. Mm-hmm. Я только буду рад. Ну и, как я понял, ждем кого-то из топ-10, да? Да. Из топ-10. Окей. Давай тогда еще тоже скажу для тех, кто будет смотреть это интервью, что внизу экрана появится ссылка на твои социальные сети. Тоже, ребята, подписывайтесь. Вот хочется, чтобы Азамат было чуть побольше, чем 10 постов за 3 боя, потому что, ну, чтобы ты не повторил просто судьбу Магомеда Анкалаева, который могут тут с поясом прокатить из-за того, что он соцсети не особо ведет. Интересно. Так что ты тоже как-то контентом немножко делись с подписчиками. Вы, ребят, подписывайтесь на Азамата. Также подписаны на социальные сети Вестника ММА, и мы не спрашиваем про план на бой. Спасибо. Спасибо, Михаил. До новых встреч. Спасибо всем, кто смотрит наше видео, но мы существуем не только в YouTube-формате. Настоятельно рекомендую подписаться на наш Telegram-канал, где мы в прямом эфире вместе с вами смотрим и обсуждаем турниры UFC, Bellator, ACA, PFL, ONE, Fight Nights, RCC, NAIZA и многое другое. Постим самые свежие анонсы из мира ММА. Также подпишитесь на наш Instagram-канал, где мы проводим прямые эфиры, отвечаем на вопросы зрителей и освещаем инсайды с турниров. Еще у нас есть ВК, у нас есть еще и Дзен. И много чего другого. Все ссылочки будут в описании к этому видео. Хочется сказать вам огромное спасибо за то, что вы нас смотрите. Каждый комментарий, каждый лайк очень для нас важен. Мы на все отвечаем, все смотрим. Кроме того, вы можете нас поддерживать и материально. Также реквизиты у нас в описании к этому видео. Спасибо вам и до скорых встреч.